Курс обмена электронной валюты зависит от конкретного онлайн-обменника, но самые выгодные обменники могут оказаться не самыми надежными. К тому же, мониторить сайты обменников вручную не самое увлекательное занятие, а времени на него уходит достаточно. С вами Лайфхакер, и сегодня мы расскажем, как выбрать лучший курс обмена валюты в несколько кликов и при этом не нарваться на мошенников. Для этого мы будем использовать бесплатный интернет-сервис мониторинга BestChange. Здесь вы можете сравнить множество популярных обменников, посмотреть их рейтинг, почитать отзывы об их работе или оставить свой. А если вы никуда не торопитесь, подписаться на выбранное направление обмена и дождаться лучшего предложения. Но обо всем по порядку. Сначала давайте разберемся, почему можно доверять сервису BestChange и обменникам, которые на нем есть. Бесплатный сервис работает уже 8 лет и на сегодня является одним из самых популярных посещаемых сервисов для мониторинга. За время работы на BestChange накопилось более 150 онлайн-обменников, и каждый из них прошел проверку перед включением в рейтинг. Если же с обменником возникают проблемы, он временно отключается из рейтинга. Кроме того, более 3 претензий на VMID автоматически отключают обменник из рейтинга. Таким образом, шанс нарваться на нечестный обменник в рейтинге BestChange стремится к нулю. А теперь пора посмотреть на сам рейтинг. На главной странице сервиса видим курс обмена. Чем выше в таблице расположен курс, тем он выгоднее. В соседней вкладке есть статистика по самым популярным курсам за разное время – от 1 часа до 1 года. Если вы ищете не конкретный курс, а лучший обменник, их рейтинг есть в соседней вкладке. В этой таблице можно распределить обменники по названию, резервам, количеству курсов, статусу, бизнес-уровню и количеству реальных отзывов. В общем, за 2 клика выбрать себе идеальный обменник по всем параметрам. Но, допустим, вас не интересуют параметры обменников, а нужно быстро поменять конкретную валюту. Смотрим в таблицу в левой части экрана, находим нужную пару валют и отмечаем ее. Можно сделать еще проще. Переходим в категорию «Список», указываем пару валют и нажимаем «Найти лучший курс». Перед вами таблица с предложениями от разных обменников, по умолчанию распределенных по степени выгоды. Нажимая на значок информации, вы видите краткие данные о самом обменнике. VMID, бизнес-уровень, сумма резервов, возраст и количество отзывов. Рядом с обменниками, работающими в ручном или полуавтоматическом режиме, есть упоминание об этом, а также минимальная сумма обмена, если она есть. Уже этого достаточно, чтобы определиться с обменником, не переходя на сторонние сайты. Прежде чем переходить на сайт конкретного обменника, можно прикинуть, какую сумму вы получите в итоге. В соседней вкладке «Калькулятор» указывайте сумму с комиссией или без и видите итоговое количество денег, которое получите в каждом из обменников. Не слишком выгодный курс, может быть, в будущем он изменится. Чтобы оценить возможности изменений, заходим во вкладку «Статистика». Здесь вы видите на графике, как меняется курс за определенный промежуток времени, от часа до года. Еще один вариант сэкономить – совершить двойной обмен валют. Во вкладке «Двойной обмен» можно посмотреть разные схемы, выбрать самую лучшую и сэкономить еще больше. Только учтите, что вы будете платить комиссию сразу двух обменников, а в расчетах могут быть ошибки. Так что перед тем, как менять электронную валюту на сайте конкретного обменника, стоит еще раз проверить правильность расчетов. Если вы часто используете именно эту пару электронных валют, можете сохранить ее в избранное для быстрого доступа. Есть и более простой способ найти выгодный курс, правда, для этого у вас должен быть запас времени. Устанавливайте курс валют, который вас устраивает, доступный резерв, сколько вы согласны ждать и как предпочитаете получить уведомления. Как только найдутся подходящие условия, вы об этом узнаете. Кстати, курсы на BestChange обновляются каждые 5-8 секунд. При такой скорости обновления любые изменения курсов и резервов в обменниках практически моментально отображаются на сервисе, так что вы видите всегда актуальную информацию. А для тех, кто часто меняет электронную валюту, есть возможность получать актуальные данные еще быстрее и проще. В программе для ПК Best Monitor отображаются те же данные, что и на сайте BestChange, с той только разницей, что вам не нужно открывать браузер. А интернет требуется только один раз во время загрузки последних курсов. Ну и еще одно небольшое, но приятное преимущество BestChange для владельцев кошелька WebMoney. Один раз в сутки вы можете получить подарочный бонус от 1 до 25 VMR и все, что для этого нужно, ввести номер своего кошелька. Итак, у сервиса BestChange есть все инструменты для поиска лучшего обменника. Рейтинг в удобной таблице, статистика в наглядных графиках, возможность сохранить часто используемые направления обмена и даже оформить подписку на заданные параметры. И при этом вы выбираете обменники из числа надежных и проверенных сайтов, читаете многочисленные отзывы пользователей и получаете подарочные бонусы на кошелек WebMoney. И все это бесплатно. Вы смотрели Лайфхакер, находите самые выгодные курсы, отслеживайте лучшие предложения и не расплачивайтесь за это даже трафиком. До новых встреч!